Вот такой вот шикардос. Изишка, хороший ясь. Ну, с почином, Олег Валентинович. Рыба есть. Салют комарадам! Всем привет, друзья! Сегодня 17 апреля, понедельник. Время где-то 9 часов утра. Выбрался на один из водоемов, практически чуть не в центре города. А точнее сказать, это ТЭЦ. Водоем, теплый водоем. Решил половить карасиков, хотя с утра минус 2 опять было, а на солнышке очень жарко. Буду ловить на удочку 6-метровую, как обычно, и на фидер. Из наживок опарыш, червь, прикормка та же самая. Как и обычно, самодельная, сам я ее делаю. Глубина здесь у берега порядочная. Порядка 2,5 метров, как котлован получается. Рыбаков практически нет. Понедельник, все на работе. Обычно деды старые приходят, ну никого нет. Бывает позже просто приходят. А мы попробуем половить, если будет что-то клевать. Если не будет, уйдем на речку, там попробуем на течение ловить. А так, вроде сегодня ветра нет, штиль. Так что приятного просмотра, возможно, будет интересно. Сейчас прикормочки кинем. Прикормка та же самая. Горох, перловка, пшено, сухари, манка. Так, немножко закормим. Ну и хватит пока. Солнышко практически по-летнему такое, прям горячее уже. Хотя ветра у нас тут 3 дня дули, просто ураганы, это кошмар какой-то был. Давно я такого не помню, чтобы такое ветрище у нас в городе был. Деревья выворачивало. Было это, но это было лет 25-27 назад. Давно уже было. А сейчас вот штиль полный. Чудо, конечно. Шикардос. Красота. Аж прям жарко. Тепло я оделся. Ну ничего страшного. Как говорится, пар костей не ломит. Поклевка. Вторая поклевка за час.
Вон кто-то ведет, 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 ведет. Никого нет. Объели червяка. Ну, хоть, слава богу, две поклевки за час. На бутерброд червяк с опарышем. Ну, попробуем еще раз. Такое на рыбалке частенько бывает. Простоял я там полтора часа на этом озерце. Четыре поклевки, ни одной рыбки. Вот перешел на плотину. Фидер только закинул, сразу была поклевка. Был резкий удар и все. Рыбаки стоят с удочками. Рыбы не ловят. Не вижу, чтоб кто-то ловил. Очень такая противоречивая весна в этом году. И тепло было, и все, а рыбы практически не клюет. Многие знакомые ездят везде, по районам, далеко. Штучный сорожка ловится, редко-редко карась. Ну, ночью заморозки, потому что и сильные ветра. Что ж теперь? Бывает такое на рыбалке? И очень часто. Но зато сейчас солнышко пригрело, тепло, отдыхай. Классно. Хоть обрыбился нафиг. Уже хорошо. Хороший изишка. Такой грамм, наверное, под кило. Фу, блин, под кило, полкило, говорю. Кило. Ну, грамм 500. Можно будет взвесить. Есть у меня весы. Для интереса. Вон опять была поклевка. Эх. Кто-то опять клевал. Может быть, расклюется. Не знаю, не знаю. Хотелось бы. Сейчас забьем кормушку. Вот так вот. Червячка поправим. Червячок с опарышем. О, эть, взяли в руки. Эк. Сейчас попробуем в другое место, где была поклевка. Туда и кинем. Вот примерно туда. Еще поклевка. Еще, наверное, есть. Ну да, по сопротивлению точно, наверное, есть. Это помельче.
еще один красавчик попался на червячка с опарышем. Ну, чуть поменьше, но для ухи пойдет, красавчик. На фидер поклевка была. Ну, наверное, сошел. А, нет. А это, наверное, да, вроде. Вот такая рыбалка уже более-менее результативная. Две рыбки поймал. Уже рыбалка, я считаю, удачная. Хорошие язишки, аппетитные, хорошо сопротивляются. Сильная рыбка. Просто классная. Вот так вот на спиннинг. Воблер тю-тю. Ну, там мелководье, там перекат, там камни одни. Не знаю, там лучше всего вертушечку маленькую кидать, а не воблеры. Чё ж теперь? Как же без рыбалки, чтобы ничего не оторвать? Вон они, красавцы, два селезня. Главное, без утки. А никто вообще. Один за другим плывет. Ой, блин, у меня тут клюет. Клюет. Клюет, клюет, клюет. На фидер есть поклевки, но рыба не клюет. Вернее, рыба клюет, но не попадается. Объедает червей. Может, это мелочь какая-то. Возможно, мелочь, да. Мелкий окунь, может быть. Ну уж больно поклевки дерзкие. Две штуки были прямо, как говорится, отдай удочку из рук. А сейчас опять, наверное, ничего нет. Нет, не чувствую, рыба не бьется. Не бьется. Нет, ничего нет. Вон червяка тут всего измусолил кто-то. Ну вот пару язишек поймал. Нормальные язишки. Будет вкусная еда. Не знаю, что родители. Или пожарить скажут, или ухи сварить. Ну вот, рыбалка как бы удалась. Так что рыбалку сейчас я уже заканчиваю, ребят. Время уже ближе к обеду. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. А я домой. Мне еще домой добираться. Минут 30-40. Так что всем пока. Ходите на природу, на рыбалку. Дышите. Весна идет. Прекрасная погода становится. Так что еще раз всем пока. А я домой. Всем пока. До новых встреч. Смотрите мои предыдущие видео, подписывайтесь, пишите комментарии. Пока!